1 марта 2020 года был утвержден федеральный закон, вносящий изменения в программу материнского капитала. Одним из главных нововведений в программе, согласно закону, является получение материнского капитала на первого ребенка. Все семьи, в которых был рожден или усыновлен первенец с 1 января 2020 года, имеют право на получение материнского капитала в размере 466 617 рублей. Все семьи, в которых появился второй ребенок с 2020 года, имеют право на получение материнского капитала уже в размере 616 617 рублей. Семьи, в которых был рожден или усыновлен третий, четвертый и каждый последующий ребенок с 1 января 2020 года, также имеет право на получение материнского капитала, если раньше права на материнский капитал у семьи не было. До конца текущего года сроки по рассмотрению заявления по выдаче сертификата и по рассмотрению заявления о распоряжении средств материнского капитала сохраняются. На выдачу сертификата 15 дней, на рассмотрение заявления по распоряжению средств материнского капитала 30 дней. Начиная с 2021 года сроки будут сокращаться. На выдачу сертификата будет отведено 5 рабочих дней, на рассмотрение заявления по распоряжению средств материнского капитала 30 дней. С середины апреля Пенсионный фонд приступает к проактивной форме выдачи сертификата. Сведения о ребенке, который дает право на получение материнского капитала, будут поступать в Пенсионный фонд России из Государственного реестра записи актов гражданского состояния. В настоящее время отделение Пенсионного фонда тестирует оформление сертификата на основании сведений ЗАГС. Сведения о сертификате будут фиксироваться в информационной системе Пенсионного фонда и передаваться в личный кабинет мамы на сайт Пенсионного фонда, либо на портале госуслуг. Также по новым поправкам семьи теперь имеют право на подачу заявления по распоряжению средств материнского капитала на строительство дома на садовом участке. Предоставление права собственности на земельный участок и разрешение на строительство сохраняется. Действие программы материнского капитала продлено до конца 2026 года. Все семьи, в которых, начиная с 2020 года до конца 2026 года, появятся новорожденные или усыновленные дети, имеют право на получение меры государственной поддержки в виде материнского капитала.